Вот за это я люблю рыбалку. За такие моменты. Дорогие подписчики, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас происходит мероприятие. Артем, вкратце расскажи. А что рассказывать? Соревнования, блядь. Первый этап КМАО. Да, да, да. Первый этап КМАО. Первый этап КМАО поблеснее со льда. Первый этап сегодня. Командные так что, командные соревнования, командно-личный зачет. У нас команда Триада. Артем, Леха, Саня. Я и судья у нас. И судья это я, да. Команда у нас, ребята, из Пытьяха. Выдвинул, куда ты пойдешь. Туда и пойдешь, значит. Триада. Пошли. Отчет времени, Андрей. Отчет времени. Все, пошел 5 часов? Все, да. Пошел. Все, я включу. Чехлунов, Тарасов, Кузичкин. Пошли. Куда? В какую сторону? Туда. Не смотри. Житерка, Машину, собаки. Куда пойдут? Туда же? Туда же? Туда. А озеро? Команда по жеребьевке досталась мне сегодня довольно сильная. Кандидаты мастера спорта. Разбурили по несколько лунок. И с ложками уже передвигаются. Уже есть первый результат. Там чуть позже покажу кадры. По приманкам. Ловят ребята на балансиры. Моя команда готовилась блеснами. Результат будет, естественно, в конце этого видео. Не переключайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будет интересно. Впервые. Погода нас, ребят, радует сегодня. Где-то минус 15, ветра вообще нет. Участвует 12 команд. Где-то вон там мои ребята сидят с Пытьяха. По непонятным мне причинам что-то зацепил, наверное, за кромку и порвал рабочую мою лошадку. Но ничего, минута делов, и все в строю. Главное, не упал. Да. Как часто блёсна теряется? Блин, ну, в зависимости, опять же, от рыбы, если щука срежет, либо от кромку льда, либо узел, либо старая леска, старый узел,
короче, ряд причин, от которых ты не застрахован. Опа, сразу. Давай, вылазь. Друг. Хороший дружок. Арбуз. Тут говорят вкусный окунь, да? Да, кстати, да. Говорят правду. Говорят правду. Окунь вкусный. О, вот это поклевина. Такая поклевина была, Фари. Я аж не ожидал. Но он промахнулся. Блесну, видимо, ударил. Сейчас возьмет. Поработать что-то. О. Наверное, это не он. Примерно уже где-то 2 часа с начала соревнования прошло. Команда, которую я сужу, уже где-то в районе там 20, наверное, каждый вытянул. Есть неплохие экземпляры. Видео. Смотри, сюда пойдем, пошел чуть-чуть. Клёв вообще. Вон Саня, смотри, там надолбил сколько на подъеме. На этом. Нет, быстро, Андрюха. Судьи, видишь, нет. 4 судьи вообще даже не смотрели. Сами себе просто проблемы создадим потом. В темноте, во мраке будем. Заглотил. Придется воспользоваться инструментом. Опа. Ну, супер. Вот он. Красавчик. Спасибо. Есть рыба, ребята, на озере. Вчера ребята камеру опускали. Говорят, рыбы очень много. Но, как говорят спортсмены, лифтов нет. Сейчас только что, блин, такой сошел. Просто ужас. Вот с одной из самых сильных команд, да? Да я не сказал бы. Все. Все равные. Ну, КМС же кто-то у вас, да? Да, Фарид. Фарид – кандидат мастера спорта по рыбной ловле. Меня покидает. Согрелся? А? Согрелся? Не согрелся? Стоп! Что-то рука мандражирует. 50 капель? Еще ехать домой. Чтоб не мандражировало. Вот это. ЧП.
засыпает. Но... Ребят, перед вами чемпион прошлогоднего турнира. Зовут Эльмир с Нижневартовска, правильно? Да, да. Как давно в рыболовном спорте? В рыболовном спорте, если честно, третий сезон. Только-только, можно сказать, вливаюсь, узнаю с каждым разом все новое и новое. Стараюсь принимать участие во всех стартах, неважно. Либо это между собой, как говорится. Даже бывает, мы ездим и в Сургут потолкаться, и к нам приезжают ребята. Порой не страшно даже и в Ханты поехать. Расстояние. И вот потихоньку вливаемся. Поначалу была летняя рыбалка в приоритете. Теперь летний арсенал весь я распродаю, переключаясь на зимнюю полноценно. Ну как бы летнюю не покидаю, но большая зима. Зима нравится. Добраться до всех тех мест пешочком, прогуляться. Тем более в такую прекрасную погоду. Вот, сейчас. То есть за три сезона у вас уже второй разряд имеется, да? Да, да, вот все хочу. Первый выполнить. Но пока наступаю ему на пятки. Ну где-то рядом, значит. Ну дай бог. Уже близко. Посмотрим сейчас, что на чемпионат округа поблеснее покажет. Пока вроде бы я доволен всем. Тренировочный процесс прошел удачно. Место выбрали, старта удачное. Хотя и стартовали мы последние. Я сказал, что у меня легкая рука, оказалось, нет. Вытянул последний бочонок, так сказать, 12 номер. Но ничего, наше место никто не занял. Мы его отлично забронировали. Нас никто не поджимает. Всю активную рыбу мы, в принципе, прессуем, буримся активно. Все дальше посмотрим, что будет. Пока все отлично. Погода, ребят, правда, сегодня суперская. И кадры будут тоже суперские. Начало соревнований уже прошло 2 часа. У моей команды, точнее за командой, за которой я слежу, результат уже по 40 плюс, наверное. Прям неплохо ребят таскают. Соседняя команда поджимает. Самое главное, чтобы вот если черту взять, то не менее 25 метров было между спортсменами другой команды. Между спортсменами одной команды может быть не менее 5 метров. В каждой команде есть свой судья. Если видно, в оранжевых жилетках, как и я, в принципе. Солнышко у нас взошло. Скоро день пойдет на убыль. Светает у нас поздно, темнеет рано. Ну это хмал, это так нормально. Зато летом белую ночь. Подожди, 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 подожди. Ты бешеный. Тише, тише, давай, 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 давай. Оп, ответственный момент. Да, такого неохота терять, вы что? Просто. Вот за это я люблю рыбалку. За такие моменты. Радости. Ну и разочарования тоже нужны.
потому что это дает какой-то толчок в дальнейшем, старт на будущее, что надо что-то сделать, поработать, наработать, где-то ошибки исправить. Так что трудимся, работаем, стараемся, не отступаем. Четвертый час соревнований. Команду мою соседи поджимают. Ну вот и все, ребят. Соревнование подходит к концу. Осталось 10 завершительных минут. На озере почти никого. Сейчас идем на взвешивание. Посмотрим, кто сколько рыбы поймал. Определим победителя. Крутой день, ребят. Сидите дома. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Процедура взвешивания идет по уходу. Четыре, 205. Скажи, передай привет маме. Толкни речь. Мама, папа, передай привет. А меня что, покажут по телевизору, да? Конечно, вас покажут по телевизору. Первый путяхский телеканал. Самый первый. Крутые результаты. Команда, да? Так, сейчас адреналин НВ. Манура, 13 поездить. Кило 800 ровно. Расписываемся. Кому надо бинтир, заявляйте. А раз подожди, не расписался Вильчинский. Плюсик хотя. Кило 885. Ну, ровненько идет. Два килограмма 110 грамм. Поздравляю. Все. Ребят моих завесили, ту команду, с которой я приехал. Сейчас ждем, когда время дойдет. А че не вернулись? Поленились? Они у нас вернулись. Че, ребят? Ну, мы хотим вас поблагодарить за хорошее объективное судейство. Вам большое было. Спасибо. Все четко, да. Классно. Не стояли, таких мере... противных судей не было. Да, да. Да ладно. Жаль, конечно, что вы не в нашей команде. Но, тем не менее, благодарим вас. Не, ну я в смысле, я по-доброму, имеется, что этот щепетильно относился к тебе. Да, да. Правильно. Ну, и каждый работает свою работу. Мы же, в принципе, так на глаз тоже не понимаем, как и что, поэтому уходили. Я в конце уже думал, я там говорю, не устал считать, интересно. Шаги считать. Не, ну а что мне? Нет, что? Подкулин, Мануров и Гумнов. Открывай. Открывайте пакеты, развязывайте пакеты.
Меня развязано. Давай. Я последний. Баскулин взвешивается. И записывается. А, хорошо. Ноль видишь? Да. Води. Четыре 615. Красавчик! Нижневартовск. Распишемся. Как ты? Не, потом ты, потом я. Потому что там по списку. Мануров Фарид. Весы до скольки килограмм? Шесть 275. 5 825. О, я в другую сторону смотрю. 5 825. А они как бы 5 как будто 200. 5 825. Подожди. Чего, подожди, подожди. 5 285. Давай, как 5 200? Ну, ноль там, вот здесь давай, читай, давай. Смотри. А ноль сбрось. Да, отсюда читай, 5 285. Все, главное, так взвешивал, а у тебя по-другому, да? 5 285, да. Подготовка дипломов. Да, первое место команды. Программа на компьютере отказывается считать ваши результаты, говорит, редко проводим. Блесну именно командную. Пришлось подсчет результатов вести вручную. Немножко задержались, извините. Исправимся в следующий раз. Программу наладим. Еще раз проведем блесну. Команда. По проведению замечаний от судей не поступало. Молодцы. Спасибо всем за праздник. Начнем. Будь тише. Сегодня Евгений Ляхов поймал 220 грамм окуня. Поздравляю. Приз. Федерация рыболовного спорта и в лице меня, президента Федерации рыболовного спорта ХМАО Югры, благодарит директора Адреналина НВ Жданову Ольгу Викторовну, выражает глубокую благодарность за личное участие в рыбалке постоянное, сотрудничество и поддержку, оказание спонсорской помощи, оказание помощи в проведении соревнования. Значит, искренне надеемся, что данное взаимодействие было не последним и рассчитываем на укрепление и расширение партнерских отношений в будущем. Прошу передать. Ольга, молодец! Всем спасибо. Еще от себя хочу сказать большое спасибо организаторам за чудесную погоду сегодня. Сегодня обрыбились все. И по традиции начинаем с 10-го места. Москалюк! Ура! Ура!
Игорь. Молодец, 10 место. 9 место. Максим Кляр. 3.340. Обловил спортсменов. Именитых. Обожаю спортсмен. 8 место. Зинченко. Игорь. 7 место. Мануров Ренат. Пора быть спортсменом, на Россию уже собираться. 3.940. А, извиняюсь, зачеркнуто и написано Альтикер. Альтикер. 7 место. 6 место. Хаджибаев. Вес объявляйте, пожалуйста. Вес 4 килограмма 205 грамм. Молодец. 5 место. Папенов Алексей. 4,225. 4 место. Деревянная медаль. Фаткулин Эльмир. 4,615. Ну и медаль заработал сегодня Егумнов. Поздравляем. Спасибо. Ляхов Евгений, серебро! 5 килограмм 440 грамм. Нет. Ну не 14 килограмм, конечно. 4,615. Ой, 5,285. 6,215. Кто это, интересно? Кто это? Мануро Фарид. Ну, кубок из Нижневартовска выезжает. Молодец. Вы лично? Молодец. Да, личный зачет. Кубок, медаль, поздравления. И грамота. Сумма мест, то есть 90. 11 место. Сумма мест 84. Это у нас... Два корефана. 10 место. Так. 9 место. Чеплунов и компани. Сумма мест 79. 8 место. Излучин НВ. 75 сумма мест. 7. Триада. Сумма мест 58. Дельчиский, Кошин, Боровой. Кошкин. 6 место. Команда из Нижневартовска. Поблагодарим их, они уехали. 6 место. Сумма мест 55. Весна. Ой, из Ханты-Мансийска, я сказал. Из Нижневартовска. Адреналин НВ. 5 место. Сумма мест 43. 4 место, деревянная медаль. Редборг, да? Да. Кляр Максим, да. Волобуйчик и Альтикеев. 4 место, 38 сумма мест. И всего лишь 32 сумма мест. 3 место, Юграфиш. Тиченко, Москалюк и собаки. Идите вперед. А кто у вас сидят? Кто у вас стоит? Я Липатов Максим. Это Саша команда, да. Где? Ну, он уже замет. Так, ну тогда ему хорошо. Хорошо, а где он? Он на пункте. Игорь, сюда поверните.
Сумма мест 19. Лехи, Жеки, то есть и Лехи, Попенов, Шкет, Ляхов и Васильев. Второе место. Не все. Бежит, вон бежит. Опа, нормально, нормально. Я двоечку, да? Да. Дубль, серебряный дубль. Молодцы. Вот он, вот он. Так, идем. Идем. Можно освещение побольше попало? Женя. Так, ты... Ни хера себе! Вот ты капуга! Четыре килограмма 600, 6 килограмм 200 грамм и 5 200. Сумма мест 8. Первое место. Форель! Спонсоров подарки. И Куба. Мальчики, сгруппируйтесь. Пока телефон не сдохнет. Рации, кто автоматически не уехали. Все, ребят, соревнования закончены. Не забывайте подписываться. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Ну а мы едем домой.